Сереж, защитить СО! Уведите его отсюда! Немедленно нейтрализовать цель! Не подпускайте его к СО! Сдается мне, Армахему Беккет нужен по той же причине, что и нам. Они тоже ищут Альму. Только не пойму, для чего это им надо.
Пока она тебе все не объяснит, ты ничего понять не сможешь. Слабак. Теперь тебе точно не добраться до этого твоего Беккета. Идут атмосферные волнения. Занять позиции на постах. Ожидаются паранормальные аномалии. Оставаться в группах по 2 человека и более. Регулярно выходить на связь. Повторяю. Идут атмосферные волнения. Занять позиции на постах. Ожидаются паранормальные аномалии. Оставаться в группах по 2 человека и более. Регулярно выходить на связь. Thank you.
что следовало сделать много лет назад. Блин, они тебя ждут! Осторожнее! Срочно нужна помощь! Ты низший? Все бесполезно. Я с легкостью убью тебя. Технологии всегда сильнее. Отлично, ты еще здесь. Слушай, я подслушала переговоры этих фазовых командиров. Беккета переводят на западную площадку. Надо торопиться. Это вертолет Зула 8-1. Ни хрена не вижу. Кто-нибудь видит цель? Вас понял. Мы его видим. Thank you.
иду! Избавьтесь от этой ошибки природы. Немедленно. Вас понял, сэр. Наши снайперы уже на позиции. Идем. Нам пора. Убирайся отсюда! Дерьмо!
кто-нибудь его видит? Командир, вертолет Зула-8 уже в пути, но я еле справляюсь с управлением. Пилот, выполняйте приказ. Есть, сэр. Постараюсь оставаться на связи, насколько это возможно. Разыщи Беккета. Он единственная надежда все это остановить.
Центр — это Виски 5-4. Из всех наземных войск остались только охранники ЦОО. Все остальные эвакуированы. Вас понял, Виски 5-4? Сообщите, когда сержант Беккет будет на борту транспорта. Мы его упустим. Быстрее, брат.
центре охраны. Бегом! Бросай этого, Уилл! Даже найти ее. Thank you.
готов опять сразиться со мной.
Она должно быть близко. Живее! На самолет его! Надо его эвакуировать! Оставьте меня в покое. Я все вам рассказал. Ты не из Армахама. Кто ты? Кто ты? Это ты? Что тебе нужно? Позволь мне. Это убьет его.
Этот человек пустая оболочка, брат. Он хочет все забыть. Все испытания, операции. Из-за матери создать новые прототипы не удалось, так что использовались искусственные средства. Он такой же, как и мы, брат. Вернее, он создан таким, как мы. Эти мясники превратили нас в монстров. Я знаю, кто ты. Ты ее гребаный сын. Я здесь из-за тебя. Надо убить мелкую тварь, которая в ней поселилась. Она больше не твоя мать. Ребенок должен... Его... Его нельзя оставлять живым! Поздоровайся с мамой.